короче, находясь дома, играя с Димой в снежки. Так, что у нас тут еще есть? Палка, а что я прыгаю? Смотрите. Это как у Синбаевой? Нет, вот так вот. Оп, аккурат, смотри, на сучке напоришься. Палка, а там яйца. Я отчёк грызу, я с ногами. Вот. Залетел я хорошо. Ой, сосульки попал. Такая у нас арка. Это был просто сугроб. В Уфе, в Башкирии, как и в половине России. Вот. Мы вывозили отсюда снег. Мы сейчас вывозили отсюда снег и оставили такую вот арку. Так, убираем микрофон Дмитрия Губернева. Так, смотрите. Антон будет бояться за племянника, которого ему доверили. Потому что племянник у него один. А есть еще племянница? Так, Дим, ты сюда аккуратно залазь. Ку-ку, не падал, тот не поднимался. Ку-ку. Ку-ку. Дим, правильно? Кто не падал, тот не поднимался? Тебя надо страховать? Или ты крепко там сидишь? Нет, я крепко сижу. Я первый раз вот так вот заезд, а второй раз уже смело. Уже смело? Давай чуть-чуть попал, еще чуть-чуть и попадешь. Стоп. А что у тебя папа делает, Дим, сейчас? На работе. На работе? Вроде время уже, все, хватит работать. Это мой племянник, Дима. Дима, тебе сколько лет? 5 лет. Это суперпалатка! Я думаю, туда повесят только Дима. Не, я просто... Вообще, да, все снегу, как и везде, наверное, в России. Так, а там все это пошло. Ты опять наверх полез? Ну, кто не слетал в год с горки с детства? Работать, поэтому я вот дома. Вместо того, чтобы быть в Тюмени. Слава Богу, есть. Спасибо авиакомпании Ямал за то, что есть прямой рейс в Тюмень. Ну, в Кузнецке плюс 20. О, боже мой, ребята. Не летите отдыхать. Оставайтесь дома. Так, ледышки пострадали от шеста и Сынбаевой. Отвечаю на часть, если вижу вопросы, то постараюсь ответить. Но просто все время смотреть комментарии я не могу, потому что мне приходится смотреть за Димой, который решил арку улучшить. Да, я в Уфе, все понял, в Тюмени. Ни масуху, ничего не... Ни эстафету у меня... После отравления мало сил и серьезный достаточно насморк, поэтому я решил, с тренерами мы решили, что лучше поберечь здоровье. Здоровье надо беречь, Дим, а то будешь пить, как ты. Что ты сегодня пил в обед? Кофе. Нет, ты пил лекарство. Иммунал. Да. А оно на вкус как что? Как вино. Как вино? Откуда ты знаешь, какого вкуса вино? Папа мне его давал попробовать. Папа давал попробовать вино? Да. А в обед ты говорил, что как пиво? Ну, вино, пиво, какая разница, правильно? Если ты ни то не пробовал, а только врешь. Сколько у меня медалей, я не знаю, смотря какого достоинства. Антон, давай ломать сосульки. Ломать сосульки? Да. Зачем? Потом месяц отдохнем. Можешь, Арсений, приехать к нам, потом месяц отдохнем, конечно. Это мой племянник, это не мой брат. Моя
Твои родители уже решили сосредоточиться на внуках своих телепатиков. Идем целовать сосулины. Сосулины? Да. Так, попал. Но я лучше телепатюсь, а то мне нужны еще пальцы. Все в общем, я не считал никогда медали в общем. Это не имеет значения. Потому что очень много медалей юношеского возраста, совершенно несерьезных, скажем, соревнований. Я надеюсь, вы меня слышите. Софи тоже привет. Сосулька есть? Сосульки нет. Потеряли сосульку. Отдыхать будешь? Да, куда-нибудь поеду, но не скажу куда. Потому что это секрет. Потом сам все узнают где-нибудь. Что-нибудь на башкирском? Я не разговариваю на башкирском. У нас его вели с 9 класса, но в принципе никто особо его не учил. Зайдем какие-то. Ой-ой. У нас это. У нас минус на самом деле. За какие там большие сосульки, Дим. Крушитель сосулек. С кем поедешь? Куда поедет? Половина биатлонистов Кубка России. Вот, так что очень много людей поедет отдыхать. Дима, ты отдыхать поедешь куда-нибудь? Не знаешь? К бабушке с дедушкой поедешь еще сюда? В Башкирии отдыхать. Я учился в 38-й школе. Омску привет. В школе был ударником. Мне вопрос тут задают, Дим. Ты не думаешь, что дядя разговаривает с телефоном? Видишь, люди вопросы задают. Привет. Госторгов поехал в Египет. Молодец, он заслужил. Вот, где вы учились? Ты где учился, Дима? В детском саду. Номер? Номер у папы. Номер у папы? Да, ему. Да, если это мой племянник, конечно, у меня есть родные братья или сестры, у меня 3 старших родных брата. Если вы подписаны на Инстаграм, вы сводите, значит, наверное, вы должны это знать. Потому что там много фотографий с ними. Отпуск, ну, уже скоро начнется, сейчас будем закатываться. Крепкая сосулька, да, Дим? Давай, борись с сосульками. Еще. Атака. Молодец. Потому что я был младше. Так, что ты? Классно. Равновесие поймал, да? Кажется, не очень, потому что у нас в стране приходят сигналы и фотографии с Марса. А в центре города или на окраине города связь не ловит. Занимаюсь биатлоном с 11 лет по своему желанию. Чему я детей учу? Сосульки сбивать? Дима, сосульки сбивать хорошо или плохо? Конечно, хорошо, потому что иначе они упадут кому-нибудь на голову. Смотри, ты так потом крыша упадет. Не ломай крышу. Хочу, конечно, все хотят золото олимпийских игр.
потом упадет, вот будешь там за сосульками лезть в арку, и крыша упадет. О, Губерниев Дмитрий! Знаешь, как зовут этого парня? Тоже Дмитрий. У него там был микрофон, если ты сможешь, не сначала. И он тебя когда-нибудь сидит. Трифонов-то не будет вести ничего. Губерниев, дай миллион. Дима, тебе нравится, как Губерниев ведет эфиры биатлона? Нравится? Он хороший дяденька? Ну, ты прям как-то не знаю даже, что ответить ему. Губерниев топ. А ты хочешь, чтобы Губерниев футбол комментировал? Или ты не смотришь футбол? Не смотришь? Ладно, все, закрыли тему. Хороших игр. О, Губерниев идет петь в авиатор. Все, давай, пока. Удачи, чтобы тебя не закидали помидорами. Все-таки благодаря представителям этого спорта, спортсменам, всем, кто работает с ними, Министерству спорта. Я могу сказать, это прекрасный пример нашей лыжной гонки. Губерниев не комментирует лыжные гонки, комментируют другие каналы, и лыжные гонки не так освещаются, но что мешает Сергею Сюгову быть лучшим лыжником в мире? Ничего, поэтому лыжи у нас не мертвы, лыжи живы. И все-таки это сделали спортсмены, а не комментаторы или еще кто-либо. Поэтому я верю, что мы тоже когда-нибудь будем достойны такой похвалы. Антон. Антон Лапиков, Дима! Не, ладно, давай, без драк. Так, мне кажется, снега много везде, это еще здесь не очень много. Аккуратнее там лед. Аккуратнее там лед. Пойдем в домик тебе, Дим. Пойдем в летний домик твой. Оставь палку-то. Привет, Баймак. В школе английский вела Давыдова. Так, Гулливер.
ты король. Вот. Так, вот тут покажи.